кто сидит целый день обычно, кто на нас всегда сидит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает, и, конечно, лучше всех все на свете знает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Бабушки, бабушки, старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Бабушки, бабушки, старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Здравствуйте, дорогие гости! Милости вас просим! Мы постарались встретить вас самыми вкусными угощениями, самыми сладкими напитками и добрыми речами. Будьте счастливы, будьте радостны! Ежегодно в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто всегда рядом с нами, кто готов разделить с нами радость и помочь в трудную минуту, кто может понять и простить. И, наверное, из любви и признательности к бабушкам и дедушкам в 1990 году Международная ассамблея ООН приняла решение учредить 1 октября Международным днем пожилого человека, днем добра и уважения. Вся молодежь, дети, внуки и правнуки шлют в этот день свои поздравления, стихи, открытки тем, кто заслужил безмерную любовь и уважение. Сегодня славим седину, усталые, морщинистые руки. А ведь бывало, в старину не знали эти руки скуки. Вся ваша жизнь наполнена трудом, теплом души и радостью согрета. Да поглядите, поглядите вокругом, милее лиц не видела планета. И пусть гуляет осень по... И пусть гуляет осень по двору, и мир перелистнет страницу века. Как хорошо, что есть в календаре день пожилого человека. Вы заслужили уважение, и до земли во всем поклон. Всех пожилых мы поздравляем с прекрасным, светлым этим днем. Вы достигли возраста такого, что просится приветственное слово. Примите наше поздравление, здоровья, счастья и добра. И пусть плохого настроения у вас не будет никогда. На мир смотрите с наслаждением, и грусть отступит, и беда. И пусть плохого настроения у вас не будет никогда. Перед тем,
праздников продолжить нашу программу, хотелось бы благословить стол. Предоставляем всем прочитать молитву. Отче наш, же и си на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси наш, и хлеб наш насущный, дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем нам судьбу нашу, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови нас, Господь. Я уже сразу скажу несколько слов. Я очень рада всем организаторам. Спасибо огромное. Богу спасибо, что дал нам дожить до сегодняшнего дня. За то, что мы прожили все-таки прекрасно все, без исключения. Мы не знали горя, ни голода, ни холода, ни войны. Слава Богу за все. И желаю всем мира, всем народам, всем странам. И чтобы каждый из нас смог молиться каждый день, поверить, что есть Бог над нами, что Он ждет нашего обращения к Нему. Если мы все разом станем и будем молиться каждый день, я думаю, что немножечко, но будет польза от этого. Спасибо вас, Господи, всем. Спасибо всем. Поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Днем пожилых людей. Желаю всем здоровья, чтобы не болели. А болеть мы права не имеем. Потому что у нас есть дети, но, к сожалению, хочется отметить, что их возле нас нету. Мы прожили определенную жизнь, когда были мы в кругу семьи, в кругу детей, а у нас сейчас дети в этом отношении чуть в другом положении. Знаете, что процентов 80 наши дети за рубежом на заработках. Ну, будем благодарить Бога, чтобы Он их отстрегал, чтобы дал возможность заработать им, чтобы они не болели, чтобы, конечно, не забыли родителей и родной дом. Спасибо. Хочу сказать вам, что нашли время, пришли на эту встречу. Увиделись, поделились, у кого какие дела, как здоровье, посмотрели на друг друга. Спасибо Примарии, что нашли средства. Ну, не богатый стол, но вот такой, как можем. Стол по времени. Вот, да. Еще раз самого-самого доброго. Силами ДК. Концерт такой. Небольшой будет, потом пригласим вас на танцы, на танец. В общем, Анна Николаевна имеет программу. Приятного аппетита, еще раз здоровья, здоровья, здоровья. И самого доброго вам. Седина, он гордо поднялся, и жизнь на мгновенье прошла. Анализ поступков, анализ решений, бессонные ночи, здоровье не то. Но жизнь продолжается, вас, ваши дети, и в радость вам внука лицо. Любовь это наши родители, любовь, ласка и доброта. Thank you.
мама и мамы, бабушка моя и мой добрый ангел, это знаю я. Золотое сердце любит и хранит. Жаль, что это сердце иногда болит. Ты зовешь меня целовать.
следующем году вам предстоит всем исправить круглую дату 70 лет. Это прекрасная дата. Еще раз пожелаю, чтобы к этой дате вы пришли здоровыми, счастливыми, чтобы вас окружали свои внучки, детки, семья, чтобы всегда улыбалась, что у них самая хорошая бабушка и самый хороший дедушка. И потом уже исправив этот юбилей, последующие 30 лет вперед. Здоровье. Значит, у нас Олег Федорович примар нашего села и Валерий Ильич, депутат Народного собрания. Олег Федорович, пожалуйста, слово. Добрый день, уважаемые наши аксакалы. По хорошей традиции мы каждый год отмечаем дружно в семейном кругу праздник пожилого человека, Международный день. И совместно это мероприятие мы проводим с советом пенсионеров, Владимиром Петровичем. Это традиционное наше мероприятие. Конечно, в этот день мы с особой любовью и нежностью хотим отметить самые добрые слова в ваш адрес за тот труд, тот вклад в развитие нашего села, который вы вложили на протяжении всей своей жизни. 70 лет – это много. Это много, это достойно. Биз атам дуудук сиз ерим шаар яшындайдыңыз, көз көзөк кызлар, пацандар. Сиз таман чекедердениз иштеме, таман чекедердениз ийбилме, таман чекедердениз ушак уудурма. Таман сиздин ашыңыз чекедерди, биз да, конечно, сизден алырдык уже генч олдуюнун пример сиздин ишиңизден. Каждый из вас, вне зависимости от того, где вы работали, я вот смотрю по составу людей, которые сегодня за этом зале, очень много сделали в тех сферах, в которых вы трудились. Кто в колхозе, кто в медицине, кто в школе, кто в садике, кто еще. То есть огромный труд вы внесли в развитие нашего села, за что я и хочу вас поблагодарить и пожелать прежде всего, конечно, здоровья. Болсун саалыйныз, асталанмайын. Асталанмайын, да. Конечно же, Геляны Лаву, век уже следующее поколение генет, бля, везде подесны, дедеме, с Райном, Илдан. Но, а чем гелезе генет, сезин очередь, сезин поколение очереди, ты бы стола, керт, адолу, улсун, ты она кем бьем, да гелеме, да, он на выбор сейда, да гельсин, да, улун, ты, бля, бля, ты бы гюнде, да поздравить, да лем, бьем, кю гюнде. Саалын, золсун, варолун, эпси, саалсун, саалун. Спасибо. Слово представляется депутат Народного собрания Валерий Ильич Монастырлы. Добрый день, аналар, бабалар. Чок севнеем гюрдюнен сизин тля возраста ачан инсан шен довольный. И чти, конечно, без зор вактара, но сиз бы яшадан наверняка тазейда гечердин зор вакыт. Билайканы ачан бүйтмүшүн ушаклары бу возрастта жетиштинесе, инанын они никогда ушакла да брама чыкасы, дай бог брамасына ушакла примария. Зор вакыты да кечедиз, ишта вакыта да кечедиз, он чырванды да жетишке акырланмасыңыз, потому что инсан возраста, конечно, та якын алы кава они. Нинде кечередиз бу кышы, вепсизи баалы болду. Инанын бене они примарей никогда брама идёт к сиди. Бен со своей стороны, народное собрание там брама идёт к сиди. Любой ну с кем обращаться, уладе калмыде без внимания. Не як шедеки ардунзлан я ардмеде дезис, бен манзе сюлим. Дмитрий Иорданович як бурда он надундан да сюлим, о да никогда брама идёт к сиди. Не як шедеки ардмеделим, естественно я подиз. Сидя, чок саалык желать едем. Достойную старость вам желаю. Саулыкленіз олсын. Чок саулым, зане барсыныз. Бар олым. Саулым. Спасибо. Анна Николаевна. Отодвинулись немного или улетели те года, где у подъезда бабушки сидели. Бабушки на джипах су.
пожилого человека для нас особый праздник. С детства впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основу культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и ее жителям. Никогда не забудем мы того, что сделано руками людей старшего поколения, которые добросовестно трудились, воспитывали своих детей и внуков. Уважаемые гости, для вас поздравляет Гнишли Коров. Особое они ансамбль исполнит сразу 5 композиций. Аман Мари Менеша, не дегюзель боюнва. Аман Мари Менеша, не дегюзель боюнва. Виним де боюн гюзель, салты маджи на бинде. Виним де боюн гюзель, салты маджи на бинде. Аман Мари Менеша, не дегюзель кашинва. Аман Мари Менеша, не дегюзель сачинва. Виним де сачин гюзель. Виним де зачин гюзель, папшой пизгю меня бинде. Аман Мари Менеша, не де гюзель кашинова. Аман Мари Менеша, не де гюзель кашинова. Виним де кашин гюзель, карагайда на бинде. Виним де кашин гюзель, карагайда на бинде. Не де гюзель гюзюнва. Аман Мари Менеша, не де гюзель гюзюнва. Виним де гюзюм гюзель, вода юзюмя бинде. Виним де гюзюм гюзель, вода юзюмя бинде. Аман Мари Менеша, не де гюзель янанва. Аман Мари Менеша, не де гюзель янанва. Виним де янан гюзель. Аман Мари Менеша, не де гюзель адынва. Виним де адын гюзель, кадын кызына биндер. Виним де адын гюзель, кадын кызына биндер. Ишня прокиданда, виним юрям кахрда, как рджимы персинис, и стыдиня версинис, и стыдиня версинис бини.
дагі дарін. Я в куму дека шлалі. Опана бака-бака, долду я шлена лема, долду гаїп я шлена лема. Только позвонила Вера Дмитриевна, я Салкин. Я вчера позвонил, попросил, чтобы она была вместе с нами, но в связи с производственной необходимостью она не сможет. Но мы по-любому должны ей сказать спасибо. Вот этот виноград и слива, что есть на столе, это ее. И когда мы будем уже выходить на улицу, прощаться, она дала каждому по ящику винограда, сливы там есть. Так что Вере Дмитриевне мы передаем пламенный привет и спасибо огромное. И я думаю, вот нашу встречу мы можем своеобразно перевести как огонек. Может, есть в зале кто-то желает спеть или там сказать красивые слова. Там через 5-7 минут, 10-15, если будут желающие, мы рады будем послушать вас. Тук-тук. Кто там? Бабулечка, бабулечка, как я давно у тебя не был. Недавно был. Денег не дам. Как я соскучился по тебе, бабулечка. Я же тебе телефон
новый привез? У тебя же провода срезали. Я даже знаю, кто срезал. Ну, нужен же мне был провод. Ну ладно, неважно. Смотри, какой телефон современный я тебе привез. Гаджет. А провода где? Так в том-то и кайф, что проводов нет, бабуль. Можешь из любой точки дома позвонить. Связи нет. И тут нет. Вот тут есть, точно есть. Да, у меня там икона висела. Очень удобно, бабуль. Можешь скорую вызвать, у тебя там давление поднялось или инфаркт. Сюда набираешь, оп. Алло, скорая, у меня давление 200/300. Иди попробуй. Что, залезать, что ли? Да, давай. Я тебе пока смешное видео из интернета качну. Ой, какая высотища. Я в последний раз на стуле стояла, когда стишок Дедушке Морозу рассказывала. Да, давно это было. В декабре. Ну давай, звони. Ой, боязно мне. Ну, слезай тогда. Грохнусь еще. Ой, куры бежали. Кыш-кыш-кыш-кыш. Бабуль, иди сюда. Я тебе сейчас основные функции покажу. Вот мыло. Мыло – это хорошо. А то последние 8 лет я торфом моюсь. Ладно, бабуль, забей. Смотри, я тебе сейчас... Ой, вводи имя свое, логин. Сандра 111. Год рождения, что ли? Угу. Пароль давай. Не смотришь? Не смотрю, бабуль. Байкал, Байкал, я Енисей. Ты что делаешь? Я в войну связисткой была. Смотри, бабуль, я тебе тут настрою. Скажи, внук. О, внук. Алло, бабуль. Алло, бабуль. Да. Как здоровье? Больше не приходи ко мне. А кури есть? Нету курей. Ну ладно, бабуль, тут главное связь держать. Ты, если что, звони, я поехал. Пока, бабуль, люблю тебя очень. Сыпа. Ерунду какую-то внук мне принес. Давно уже вышел. iPad 9. Привет, Петровна. Смотри, какую вещицу мне внук принес. У тебя же такой же в прошлом году был. На квартиру рассчитывает. А я-то ее на тебя переписала. А ты свою на меня. Слушай, Петровна, то видео, где ты упала со стула, уже в Ютубе. Сейчас ссылку скину. Посмотришь. Ладно, пока. Ерунда какая-то. Продам на 3/9 и куплю себе курей. В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радости. Будьте счастливы. С праздником. Возраст мудрости. Мне почему-то кажется, что это то же самое, что и мудрость природы. Какие точные, мудрые обычаи и обряды сохранили наши бабушки и дедушки. Истори. Народ знает, когда зерна в землю бросать, когда хлеба убирать. Когда свадьбы играть. Осень. Время сбора урожая. Если сентябрь пахнет яблоками... Октябрь пахнет виноградом. Вас поздравляет Курдова Елена с песней «Бабушка милая». Будет вечером у нас и тип. Это бабушка у нас самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя.
Какие уроки? Ты что, впала в детство? Ведь ты уже школу закончила. Да, а внуки? Да, сейчас очень модно делать уроки за внучат. Хотя это очень непедагогично. Как это непедагогично? Я всю жизнь за внуков уроки делаю. Правда? Это ты их так балуешь? Эх, не балую. Я знаешь, как семестром. Сделаю уроки, а вот 5 часа они мне сами переписывают. Да, ты действительно строга. А, так что, если что, меня спрашивай. У меня опыт в этом большой. Алтыя помог, алдым кендим дэби дюзен курдум. Алтыя помог, алдым кендим дэ дюзен курдум. Өкізе вердим докусунок юз доку ямады. Өкізе вердим докусунок юз доку ямады. Идия памук алдым кендим дэ дюзен койдум. Идия памук алдым кендим дэ дюзен койдум. Завердим докусун домус доку ямаде. Дом завердим докусун домус доку ямаде. Секизе памук алдым кендим дэ дюзен курдум. Секизе памук алдым кендим дэ дюзен курдум. Ороз завердим докусун ороз доку ямаде. Ороз завердим докусун ороз доку ямаде. Докуза памук алдым кендим дэ дюзен курдум. Докуза памук алдым кендим дэ дюзен курдум. Кедия вердим докусун кеди доку ямады. Кедия вердим докусун кеди доку ямады. Өкүз келди буйнузлады, домуз келди калыклады. Домуз келди калыклады, ороз келди гага. Пороз келди гагалады, кеди келди тырмалады. Кеди келди тырмалады, сычан келди кыймыклады. Сычан келди кыймыклады, дюзенимді башырылды. Сычан келди кыймыклады, дюзенимді башырылды. Ебя кеттім хоппа-хоппа, адам урду ики сопа. Бенде сордум нечи урдун, адам деди нечи сордун. Дэнде сордум, нечи урдун, адам дети, нечи сордун. Саулу! Разрешите от вашего имени благодарить и большое спасибо сказать примару села Капшах, местному совету. И большое спасибо им за организацию праздника, за накрытый стол. Примар правильно сказал, тут мы все, кто работал в садке, кто в школе, кто в больнице, на самом деле мы все работали на разных сферах, на разном уровне. Но для примэрии, для местного совета мы имеем одинаковый статус. Мы сегодня являемся жителями села Капчак. Поэтому еще раз от вашего имени разрешите поздравить примэрию и сказать большое спасибо примэрии и местному совету и депутату Народного собрания. Спасибо, Олег Федорович. Спасибо всем. Уважаемые, я хочу еще раз напомнить, перед тем, как потанцуем, уходя домой, все подходят, мы будем внизу у ступенек, все будут, поздравим всех по ящику винограда и сливки, там в общем что есть. Так что во время танца можете позвонить мужу, внуку, сыну, что приехали на машине, вас взяли. Ящики вы по улице не пойдете однозначно. Подумайте, подумайте. Есть у вас. Долго я смотрел. Я всех знаю, так что не надо мне. Так, еще раз самого доброго. Танцуйте. Конечно, можно. Большое спасибо хочу сказать этим девочкам, этим девочки, которые пели, девочки, которые говорили нам такие красивые слова, такие богатые слова, такие слова богатые ума, разума. Это действительно доходит до души.
доходит до тех, кто уже дожил до этих лет. Спасибо Богу за то, что мы все сегодня дожили до этих лет. Ведь есть много людей, которые не дожили до сегодняшних дней. Мы дожили до внуков. Некоторые дожили уже правнуков имеют. Ведь это так здорово. И мы должны благодарить сегодня Бога. Должны благодарить людей, которые окружают нас. За их доброту, за их заботливость. За все, что они сделали для нас. Это большое-большое спасибо. Это большой труд. Это не просто так организовать. Это тот, кто организует, он знает, какой он труд вложил, чтобы мы сегодня сидели такие красивые, такие расслабленные, такие удовлетворенные, такие улыбчивые. Большое-большое спасибо всем. Приглашаю вас вниз. Там вас ожидает оркестр и танцевальная группа. Потанцуем, повеселимся, посмотрим на танцы. Yeah.
Thank you.